Всем привет! После двух неудачных попыток пройти вот этот уровень, зимний, и вот этот, я решил следующее. Сделать следующее. Начать проходить уровни и делать героический и Iron Challenge. Начну с первого уровня. Героический режим. Для чего я это прохожу? Чтобы получить звезды и больше открыть этих апгрейдов. Короче, в чем фишка? Можно использовать апгрейды только первого уровня, и нельзя героев использовать. Значит, раз первого уровня мы, значит, сделаем. А я уже сразу два сделаю вот так. Все, вот таким образом. Ну что, поехали, героик режим. Так, значит, это сколько? 6 волн, одно здоровье. Так, как лучше всего сделать? Сейчас подумаем. Лучше всего вот так. А, можно же ставить этих. Я и забыл. Подкрепление можно ставить, героя нету. Посмотрим, что, как я пройду. Так, надо кидать. Хотя не факт, можно и, наверное, и так можно было пройти. Ладно, здесь что у нас? Здесь будет идеальный вариант вот так. И здесь башня будет. Хотя можно было здесь башню, и здесь башню, и здесь бараки. Это было бы лучше, мне кажется. Ну, я думаю, и так можно пройти, посмотрим. Опа, можно овечек убивать, оказывается. Кликаем и убиваем их. Ну, вроде нормально, держимся. А здесь не надо башню еще тоже поставить. Когда получится, они будут стрелять с двух, ну, то есть радиус общий у них есть вот здесь, да. Будет лучше. Блин, эти слепые. Надо ближе их подвести. Ну что, давайте 70. А давайте тут уже. Что там далековато? А этих надо сюда ставить. Так, четвертая волна. Здесь неплохо бы поставить. У меня все по деньгам не хватает. А, здесь магическую можно ставить. Нужна ли она мне? Сейчас посмотрим. По-моему, у всех нету ни у кого защиты. Так что пофиг. Я лучше так сделаю. Апгрейды нельзя делать, да. То я даже не проверил, что можно делать. Я просто проходил его просто так, обычно. Лучниками, и решил здесь лучниками. Почему бы и нет. Значит, что у нас там? Последняя волна, 4 орка и 20 гоблинов. По-моему, ничего сложного. Потому что я метеориты сэкономил. И теперь мне ничего никто не сделает. Да, все нормально. И здесь еще куплю. Я сразу кину.
Мне кажется, все, прошли. Ну, это начало, тут легко, конечно, героический режим. Да, здесь нормально, все легко. Ну что, одну звезду получил я, хорошо. Продолжим. Теперь я пройду, наверное, Iron Challenge. Короче, здесь будет одна волна, по-моему. Поехали. Да, здесь одна большая волна. Так. Ну, если все было нормально, почему бы не повторить? А, здесь бомба. Здесь бомба. Ну, значит, вот так. Два барака. Даже может не так. Я сюда поставлю. Да, нормально. Надо метеориты использовать только в правильный момент, потому что нету больше другой волны и не успею восстановить. Ну, тут примерно так надо проходить, да, точно. Давайте поубиваем овец. О, мне дали достижение даже. Ха-ха. А я про это не знал. Сейчас жду этих и кидаю. Вот так вот. Ха. Поиграл и сделал достижение. Ой, может, надо бы сейчас использовать. Ну, добьют, наверное. Ну, я не знаю, эту волну вообще никак не убить. Что-то не то сделал я. Тогда я попробую сейчас. Сейчас, я думаю, как. Что если вот так сделать? Не знаю, правильно, неправильно. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. По-разному они взрываются. То есть я здесь поставлю еще одно, и у них общий будет радиус. А здесь надо, чтобы две башни стреляло постоянно. Здесь, кстати, кликаешь, и они перестают крутиться. Тоже фишка такая. Я просто рано использовал огонь. Так, сейчас будет 125. Рано кинул метеорит, и все, из-за этого проиграл. Это я сейчас, по-моему, кидал в этот момент. А надо было подождать. Ну что, два сразу стреляют. Да, нормально.
Нормально все. Здесь еще поставлю под конец. Вот сейчас я, по-моему, кинул. Нет, наверное, я сейчас не кидал. Все, это конец, походу. Действительно, конец. Ну, все понятно, была одна ошибка, я ее исправил. Хорошо, прошли мой первый уровень. Две дополнительные звезды. Посмотрим, что во втором. Можно второй уровень без героев. Второй уровень апгрейда. Проверим, везде ли у меня второй. Все. Поехали второй. Второй у нас вот такой. Героик. Так, значит, что можно строить? Можно сделать все, да? 6 волн. Апгрейды можно? Да, апгрейды можно. Я не знаю, может тут надо бомбы ставить. Но я попробую таким способом. Музыка нравится вот эта. Даже погромче сделаю. Приятная музыка. Теперь вопрос, что апгрейдить? Магическую? Бараки или лучника? Я хочу лучника. Они быстрее стреляют. Еще барак можно сюда. Дай-ка лучше я барак поставлю. А теперь можно апгрейдить, и тогда бараки более эффективны. Вот у них радиус сейчас у лучников будет нормальный. И тогда будет отлично все. Но можно было здесь барак, здесь стреляете, и здесь стреляющий. Тоже такой вариант есть. Так, смотрим какой-нибудь. А, средняя защита есть вот этого орка. Ну, это не средняя, а низкая защита. Кино. Теперь защиты. Ой, с апгрейдом. Поздно очень, просто сонный немного, поэтому так не говорим. Много собак, но мне кажется, легко пройду, убью их. А, они не могут загрызть никого. Одна собачка прибежала, сейчас я поставлю. Апгрейд, скорее всего. Или барак поставить. Не уверен. Вульф. Кто такой Вульф? Орк. Я думал, что за следующая волна вульф. Кто это, пауки, что ли? Нет.
Это не пауки, не было их еще. Может, это эти собаки, Вульф? А, да, это они. Понятно. Закидаю. А, так это последняя волна, чего я боюсь. Все? Ну, это легко было очень. А, еще собаки. Ну, может, посложнее будет сейчас. Пробегают. Это куда? Продал все и здесь купил. Все. Прошли. Еще одна звезда. Переходим к Iron Challenge. Нельзя строить бараки. Прикольно, прикольно. Попробуем. Сейчас я подумаю. Где я буду ставить? Здесь вот это место, да, и по центру я буду ставить. Я думаю, вот так. Здесь эту. А дальше посмотрим. Надо проапгрейдить чуток. А, не стреляет, плохо. Здесь бомбу может поставить. Да нет, наверное, эти лучше простенькие ставить. Не нужна тут бомба, потому что они постоянно двигаются. На, вот так получше. Теперь апгрейд вот этой. Потому что она не всегда достает. На радиус не такой большой, как нужно мне. Так, ну что, огонь у меня есть, метеориты, так что... Если что, можно использовать. Мне кажется, вся волна будет такая, больше все, ничего не будет. Я решил это проапгрейдить, потому что все нормально. Не надо мне это магическую апгрейдить. А нет, не вся волна такая. Сейчас будет посложнее. Здесь у меня проходят, и придется использовать. А в конце еще сильнее, что ли, будет? Или это последние вот эти? Больше не будет таких. 160. Ну, еще пошли. Мне кажется, лучше сделать так.
Да. Так лучше. И апгрейды так сделать. Продать все. И метеоритный дождь. Все. Пройдено. Yes, yes. Ну это начало. Начало легкое, конечно. Первые два уровня прошел. Да. Ну что, 4 звезды заработал. Следующий будет такой. И потом вот эти вот все сложные, которые я... Вот эти два, которые я не смог. Будет полегче все-таки. Ну что, спасибо, что смотрели. Это было начало прохождения вот этих всех дополнительных Iron и Heroic Challenges. Посмотрим, что у меня из этого получится. Следите за моим каналом. Новые видео каждый день. Спасибо. Всем удачи, всем пока.